верите? Мне не нравится эта тенденция. Тройка, тройка, двойка. И опять тройка. Ты совсем забросил учебу. Звонила тренер. Сказала, что ты уже месяц не ходишь на тренировки. И совсем не делаешь никакой работы по дому. Ой. Зачем? Пока не исправишь все оценки в школе, не возобновишь тренировки и в конце концов не начнешь помогать маме по дому, никаких приключений. Мы молодцы. Мы все сделали правильно. Все правильно. Мы должны были это сделать. Петя! Почему шкаф не открывается? Родители закрыли. Сказали, никаких приключений. Серьезно? А дело-то интересное. Какое? Че рассказывать? Все равно не можешь. Ну, если быстро и никто не заметит. Я не влезу в ящик стола. Пойдем к шкафу в коридоре. Это мир с продвинутыми технологиями в области клонирования. Они здесь делают клоны для большинства остальных миров. О, а с этим что не так? Его заказал популярный актер, чтобы побольше сниматься в кино. Пока спрос есть. А клон взял и сбежал. Я сбежал, потому что он сам хотел сбежать от всего этого. У меня его память, его чувства и его желания. Однако хозяину твоему это не понравилось. Поэтому он тебя и меняет на другого. А что с ним будет? А, починим. Мужик, давай я тебе дам автограф, а ты меня отпустишь. А сколько стоит сделать клона? А тебе-то зачем? Красный, желтый, зеленый, синий. Так, красный, на тебе вся школа. Желтый, у тебя спортивные настройки, поэтому ходишь на тренировки. Зеленый, ты по дому. Синий, тебе юмор подкрутили, ты пока в тестовом режиме. Но! Тихо! Но! Самое главное! Никто вас не должен видеть вместе. Для всех я как был один, так и остался. Понятно? Тупо это все. Если у тебя не было времени на двойную жизнь, сделал бы одного клона, он бы за тебя все делал. Зачем четверых-то? А я знаю, зачем. Да, он испугался, что если клон будет один, он может рано или поздно украсть его жизнь. А если жизнь поделить на четырех, то риск меньше. Молоток! Эй, контора опять закрыта! Ну что, молодежь, готовы к приключениям? У них свои дела. Это было классно! Одно из лучших наших приключений! Не ори. Я и забыл про вас. А где остальные? На чердаке. Поесть им принеси. Мне, если честно, не хочется три ночи из четырех проводить на чердаке. Отстой. А что ты предлагаешь? Надо сказать родакам! Исключено! Они не готовы к такому увеличению семейства. Ты не переживай. Бывает в жизни как сразу все навалится, понимаешь? И кажется, что вообще никогда не разберешь. Но надо просто перетерпеть, и все наладится, сынок. Да я понимаю, пап. Ты за меня не волнуйся. Все нормально. Кажется, что с клонами надо как-то завязывать. Все как-то странно. Что-то есть в этом неправильное. Так сдай их обратно. А что делают с клонами, которых возвращают?
память и личность стирают, и они больше не Пети, а заготовки для других клонов. Отлично! Да нет, жуть какая. Спасибо, мы будем искать другое решение. Мы знаем, что ты был на фабрике клонов. Да, но я передумал возвращать вас. Откуда нам знать? Вы — это я. И должны понимать, что я на такое не пойду. Мы — это ты. Но с условием, что нас можно сдать в переработку. Я не буду вас сдавать. Тогда надо сказать про нас родителям. Не-не-не-не-не-не. Будем искать другой вариант. Тогда вариант только один. Петя, ты готов? Да, только нужно кое-что сделать сначала. Красного волка все-таки придется сдать. Что-то в нем, увы, сломалось. Напал на меня вчера. Дружище, мне самому все это ужасно неприятно. Но с другой стороны, ты, Петя, всего 2 дня. А вдруг тебе вместо Пети дадут гораздо более интересную личность? Ну не думаешь же ты всерьез, что школьник-ботан — это самое лучшее, кем можно быть? Ну что ты хочешь сказать? Волк, это я! Красный нацепил мне свой значок! А откуда мне знать, что ты оригинал? Мы вчера с тобой собирали золотую пыльцу. Никто, кроме нас, об этом не знает. Мама, папа, я провел исследование своего рождения и выяснил, что у меня есть братья-близнецы. Их забрали в роддоме, а вам ничего не сказали. Петя, это не смешно. Мне кажется, что он сейчас будет требовать собаку. Собака — это хорошо, но гораздо лучше, что я нашел 3 своих братьев. Привет, пап! Варя! Варя, что происходит? Варя! У нас теперь 4 Пети. Мама, папа, я потом все объясню. 5. Я же сказал, что нужен другой вариант. А теперь идите отсюда, на чердак. Все, сам иди на чердак. Петя, держись. А кто из них наш? За кого болеть? Четверо на одного нечестно. Ну-ка, прекратите. Лентяй, значит, ты сделал себе клонов? Да, а теперь не знаю, как это исправить. Зачем исправлять? У тебя есть шанс прожить 5 разных жизней. Лично я могу прожить только свою собственную. А они еще 4. Для меня это не имеет значения. Без обид. А для нас мама имеет, потому что это еще 4 продолжения нашей с ней жизни. И что ты скажешь окружающим? В школе, на работе? Или ты их прятать будешь? Ошибка в роддоме – хорошая версия. А вдруг начнут наводить справки? Все вскроется. Надо переезжать в другой город. В какой? В Саранск? И завтра решим. Спокойной ночи. Вы куда? Если мы все будем здесь, разные жизни у нас не получится. А так каждый выберет свой путь. Да не надо никуда уходить. Теперь-то уж чего? Ты же сам всегда хотел убежать путешествовать. В Антарктиду. Сахару. Или Гималаи. Да, но я не мог оставить маму с папой. Они бы не пережили. Ну вот ты и остаешься. Пока. Извини, если что. Спасибо тебе. Тобой будет классно! Варя! Красный пишет, что в Антарктиде сейчас самое теплое время! Ему поручили следить за метеорологической станцией. Какой он у нас все-таки молодец. Так, Синий всех поздравляет и сообщает, что поднялся на все 8000-ники и теперь работает гидом в Гималаях. Мужик. Зеленый шлет всем привет из Сахары. Вот это да. А ты, Петя, с тройкой четверть закончил. И опять в комнате беспорядок навел. И спорт забросил. Другие Пети вон
гордость семьи. А тебе лишь бы в телевизор смотреть и в компьютер играть. Да, тяжело тебе. Кто-то должен был остаться. Любовь у нее! Вон, на кого надо тратить свою любовь! Зачем тебе этот моряк? Ты его на дно с собой возьмешь? Он там долго не протянет! Или ты в ванной у него жить собираешься, а? Как вы будете вместе? Чего тебе? Дело есть. Она пошла к ведьме! Да, дала ей ноги вместо хвоста. Но моя глупая дочь не понимает, какую цену ей придется заплатить. Какую? Ведьма заберет ее веселую душу. Всю оставшуюся жизнь моя Рузочка будет злобной, сварливой бабой, которая всегда будет всем недовольна. Так она же не с тобой будет, а с этим моряком. Ты мне, волк, когда-то обещал помочь в случае чего. Этот честно стал. Хорошо, хорошо. Я просто хотел быть уверенным, что ты точно этого хочешь. Я все выяснил. У них свадьба проходит в городском бассейне. Сейчас мы ныряем в грот, выныриваем в бассейне, ты ей все объясняешь. Я готов. Смотрите! Монстр! Мутант! Он появился из другого! Волк! Что происходит? Наверное, мы попали в другой бассейн! Петя, пожалуйста, к доске. А где Петя? Волк, ты с ума сошел? Нельзя меня вот так выдергивать посреди урока. Дело чрезвычайной важности. Водяной в беде. Я слышал, как они говорили по рации. Его повезут в секретный институт ихтиологии. Водяной старый, у него сердце не выдержит. Ну вот посмотри. Стой, куда ты? Нам кое-что нужно. Со спутниковый маячок для автомобилей предназначен для отслеживания передвижения транспортного средства. Включите ваш девайс, установите ПО. Включите маячок, ждите соединения со спутником. При удачном соединении на экране появится индикатор движения. Почему я должен помогать водяному? Он меня чуть не обокрал недавно. Если вы не будете помогать друг другу в таких ситуациях, ваш мир скоро станет пустым. Они приближаются. Ладно. Он еще жив? Что с ним? Осторожно. Беги, он еще дышит. Осторожно, дети. Упс. Что делать будем? Вы мне голову оторвали. Стоп, ждите нас. Так, откройте переезд немедленно. А я ничего не закрывала. Это еще кто? Даже не пытайся. Это бронированная дверь. А это меч-кладенец. Он режет любую броню. Я не знаю. Не получается.
Так, открывайте! Идите, идите, нажимайте и открывайте! Вы куда? Стой! Я думаю, ведьма не будет долго ждать. И уже на свадьбе возьмет свое. Здрасте. Просит повернуть в сторону. Серьезно просит. Вперед, лево. Куда крутить-то? Тут лево тебе говорю. Эй, не дрова везете? Кажется, оторвались. Вот вам транспортное средство, а я пойду. Не хочу водяного видеть. Волк, домой будешь возвращаться, меня не забудь. Я на ярмарке нумизматов буду. Лады? Спасибо, Кощей. Водяной! Вылезай! Волк! Все уже хорошо. Не паникуй. Петя? Здравствуйте, у нас свадьба. Да. Проходите, пожалуйста. Приятного вечера. А вот и вы. Эх, помню, на экваторе мы там, ох, чуть не это. А потом я... Горько! Горько! За спиной старших! Папочка, я все объясню! Молчи! Думаете, что самые умные? А ведь вы даже не знаете, чем платить приходится за все ваши выходки! Ведьма, думаешь, бесплатно тебе эти дурацкие ноги дала? Она сказала, что я просто поделюсь с ней хорошим настроением! Нет! Она навсегда заберет его у тебя! Настроение забираю! И ноги назад! Чижики-пажики! Ёрики-скорики! Дети, стойте! Держите её! Уже где? Держите её! Вот на пасе! Стой! Куда? Дорогу! Это что? Это мой хвост? И что теперь? Что теперь? У тебя ножки отнялись! Бери меня, дурень сопливый, и за ведьмой! Ты заметил, что тебе не только хвост наколдовали, но и хамское настроение? Хватит чепуху нести всякую! Ведьму ищи, балабол! Ты можешь, балбес, взять меня нормально! Несешь, как мешок с картошкой! Шшш! Она там! Пусти нас! У меня к ней есть разговор! Вот она! А? Закройте дверь, пожалуйста! Варяг, закрывай! Якорь тебе в жабры! Ну, стой, стой! Ведьма! Здесь очень жарко и влажно. Долго не протянем. Поэтому договариваться нужно быстро. А мне плевать. Мне надоело жить с плохим настроением. А мне тоже плевать. Я с таким живу всего пару минут, и мне уже надоело. Чары были для русалки. Хватит трындеть. Возвращай, карга старая. Сама пожалею, что сделала меня таким. Отстань. Морячок, открывай дверь. Мы все урегулировали. Слушайте, ну вы же ведьма. Зачем вам постоянно хорошее настроение? Это ж сразу профнепригодность. Я вам подарю видеоплеер с комедиями. Захотели хорошее настроение — включили. А надо работать — выключили. Горько! До свидания!
Все, потерял ты дочь. Будет она теперь с моряком и с ногами. А могла бы быть принцессой морской и с хвостом. Старый ты глупый тюлень. Рыбусь моя, а тебе ведьма никаких услуг не оказывала? Я не трус, но я боюсь. Вот дает. Занята. Заходи, милая, заходи. Я по делам. По делам? Тогда погодь. Ну чё приперся? Выкладывай.